Куда пропали чебуреки-пончики? Этот вопрос с недавних пор волнует жителей соседнего Фрязино. По адресу проспект Мира, 17, демонтирован торговый павильон, к специализации которого в городском округе немало равнодушных. Никакого преступления в исчезновении его нет. Наоборот, сделано это в рамках нового законодательства. По поручению губернатора Московской области на территории городского округа Фрязино проводится работа по приведению в соответствие нестационарных торговых объектов. В том числе эта работа проводится по объектам, которые размещены на вылетных магистралях. Во Фрязино это улица Проспект Мира. Работа по приведению архитектурного облика в соответствии с высоким стандартом благоустройства столичного региона планируется завершить в течение этого года. Особое внимание здесь уделяется мерам поддержки предпринимателей. Так, Владимир собирается воспользоваться компенсацией затрат на приобретение мобильного фудтрака и оборудования. Да, действительно, мы хотим радовать наших покупателей не только вкусной, давно многим полюбившейся продукцией, но и соответствовать современному внешнему облику торгового объекта. В настоящее время приобретается новый современный фудтрак, который будет находиться на этом месте. Особенно приятно то, что можно воспользоваться мерами поддержки Московской области. Возвращаясь к волнующему жителей вопросу, подытожим. Павильон «Чебурек и пончики» вскоре вернется на прежнее место, но уже в новом облике. Виктория Мельник, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.